проходит. Что-то проходи, проходи. Не стесняйся. Главное, не в глаз. Обычно, знаешь, они дают осечку. Сейчас встречать? По всей видимости. Давай, можешь заходить. Я тут! А! Ну, заходи. Что здесь какие-то звезды? Сука, я чуть штаты не дала. Ты всегда была не одна. Гольденштейн отправил тебе помощника. Помощник даст тебе небесные монеты, которыми ты сможешь рассчитываться, чтобы вновь повторить проваленное задание или взять подсказку. Количество монет ограничено. Используй их сердцем. Свой потерянный дом. Ты увидишь все миры, которые я посетил, но я буду говорить только об одном, откуда все началось. На лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю, где я в этом потоке? Карантинщик, выбери таблетку. Теперь это твои антитела. Мои же — это вирус. У каждого из нас их ровно по 30 штук. А этот контейнер — твой организм. Если твоих шариков окажется больше в этом контейнере после 30 бросков, значит, ты избежишь карантина и заберешь осколок лунный. А если нет? Начинаем!
известен как звездочет. С древних пор мое призвание изучать небо. Но сегодня я не досчитался одного небесного тела там, наверху. Вижу, ты хочешь забрать осколок луны. Взамен я жду, что ты создашь для меня новую звезду. Кто же я? Имя мне Котар. Слышишь скрип колес времени? Куда они нас везут? Спустя 4 года снова все повторится, но будут уже другие герои. Мы начинаем игру в поисках утраченного времени. Мое имя Авиатор. С тех пор, как на небе не стало луны, я сбился с курса и потерял свой маршрут. Ты должна прочитать по губам мое послание и записать на листке. Ответь готова, и мы начинаем. Wow. Вот это да. My neighbor's being crazy.